Акына, на всякий случай, чтобы было понятно. Акын – это такой, можно сказать, степной бард-кочевник. Именно степной. Тут у меня сейчас буквально за 2 секунды до выхода на сцену мелькнуло, что хочу сюда эпиграф вот так вот проассоциировался, значит, фрагмент из песни Антона Трофимова «Дорожный наговор» сюда в качестве эпиграфа. Приучил свои ладони, что к поводьям, что к Эфесу, от любой уйдешь погони. Будь в ней люди, будь в ней бесы, только с памятью паскудной не управишься, не трогай. И звучит вопрос, откуда волчьим воем над дорогой. Если в каждом ауле лишь дети мои и родня, то кому же поведать семейные наши печали? Если каждое слово звучит на родном языке, как узнаю, богат ли язык у родного народа? Если только 5 пальцев на каждой руке, то насколько меня обсчитала природа? Если сестры красивы, а сестрам подобны цветы, а цветы затмевает в цветах увядая подруга. Кто цветок принесет мне с далекого луга, чтоб запомнил, что нету иной красоты? Если сердце одно, как возлюбленной каждой отдать? Если мало мне рук, как любимых детей обнимать? Если мало мне пальцев, как струны заставить звучать флаг с душой, что как дерево высохнет, стоя без ответа небес? Кто мне скажет? Утешься, Акын! Во вселенной все так, и не будет беды. Во вселенной все так, и не будет иным.